Ну а теперь будем покорять современный космос. Это у нас стыковка космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» с 14 по 18 января 1969 года. Идем дальше. Оптический визор корабля «Союз». Ну, про скафандры я не буду рассказывать, потому что это понятно. Орбитальная станция «Салют-6» 1977 года. Казалось бы, при чем тут самолет Ил-76, военно-транспортный самолет? А все дело в том, что это модифицированный такой самолет. Он предназначен для испытаний невесомости людей. То есть представляет собой летающую лабораторию с выполнением полетов с воспроизведением режимов кратковременной невесомости. Вот, кстати, на МКС, помимо различных исследований, можно некую домашнюю комнату сделать. То есть выращивают пшеницу, и они даже наблюдают, как ведет себя растение в космосе. Пшеница, различные цветы. Вот представлен макет, как забирается космонавт в скафандр. Думаете, так легко и просто? Как говорится, надел на себя этот костюм? Не, костюм одевает тебя. В скафандре помимо часов, помимо различных эмблем, то есть СССР, герб Советского Союза, шлем, имеются некоторые технические приборы. Ну и вот самое главное, это Международная космическая станция МКС. Разработан и изготовлен в Государственном космическо-научно-производственном центре имени Хруничева. Грузовая стрела станции «Мир», 1991 год. И ИЗС системы «Коспас-Сарсат», 1982 год. Ну, посмотрим, по сути, повседневный быт космонавтов. Здесь салфетки для обработки средств приема пищи, санитарные салфетки. И дальше вот консервы. Творог, творог с яблочками, мясо куриное, творог с клюквой, кабачковая икра. Каша овсяная с яблоком, с персиком. Ну, тут пошли различные тюбики. Приправа яблочно-клюквенная, соус Молдова, крем творожный, творог, творог, мед, горчица, сок с сахаром, хлеб, печенье. А вот здесь электроподогреватель пищи.
Ну, конечно, самое интересное — это вот эти овощи, которые привозят на МКС, бортовой холодильник. По сути, тот же быть, что и обычных людей, но у космонавтов каждый поинтереснее. Ну, вот тут еще ножницы-кусачки, ватные палочки, дезодорант, крем косметический, щетка массажная, крем для рук, для бритья, после бритья, зубная щетка, зубная паста, пилка, расческа, помада, зубочистка. Те вещи, к которым мы привыкли на Земле, на планете, также имеются и у космонавтов. Это, кстати, подлинник. Все это история. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМ-7». Очередная космическая экспедиция, произошедшая в конце 80-х годов. Продолжаем дальше. Уже спускаемся еще этажом ниже, но перед нами естественный спутник нашей планеты Земля — это Луна. И точками метки вот эти вот обозначены те или иные события. Лунный ландшафт. Сейчас посмотрим на... космические приборы, которые осуществили, можно сказать, лунную экспедицию. Автоматическая станция «Луна-16». Дальше у нас возвращаем аппарат автоматической станции «Луна-16». Совершил космический рейс «Земля-Луна-Земля» и 24 сентября 1970 года впервые в мире в автоматическом режиме достал 105 граммов лунного грунта на Землю. И луноход 1. Первый в мире автоматический самоходный аппарат на поверхности другого небесного тела. Последний сеанс связи с луноходом 1 состоялся 14 сентября 1971 года. Ну вот пошли исследовательские станции. Горизонт 1978 года. Ямал-100 1999 года. Экран М 87 года. Экспресс АМ 2003 года, Метеор 3М 2001 года, Ресурс ТК 2006 года. ГЛОНАСС М 2003 года. Орбитальная станция МИР 86 года. Экспресс АМ-5 2013 года. Экспресс АТ-1 2014 года. Молния 1 65 года. Экспериментальный полет «Союз Аполлон» 1975 года. 15 июля старт Аполлона и старт Союза. Выход Аполлона и Союза на орбиту. Стыковка 17 июля.
совместные исследования и эксперименты составили срок 4 часа 17 минут. В экипаж «Союза» был Алексей Леонов и Валерий Кубасов. В экипаж «Аполлона» Томас Стаффорд, Венс Брандт и Дональд Слейтон. Расстыковка 19 июля, сход и приземление «Союза» 21 июля, сход и приводнение «Аполлоны» 24 июля. Вот и, кстати, совместная фотография. Кстати, не только мы гордимся полетами человека в космос. Вот, например, Соединенные Штаты Америки тоже не остались в стороне. Ракета-носитель «Сатурн-5». Или, допустим, мы посмотрим на китайскую ракету-носитель «Великий поход 2F». Посмотрим, какие государства запускали искусственный спутник Земли. Ну, первым, конечно, это СССР, ныне Российская Федерация, 4 октября 1957 года. США, Explorer 1, 1 февраля 1958 года. Великобритания, Ариэль 1, 26 апреля 1962 года. Канада, Алоэт, 29 апреля 1962 года. Франция, Австралия, ФРГ, Федеративная Республика Германия, Япония, Китай, Нидерланды, Испания, Индия, Индонезия, Чехословакия, Бразилия, Мексика, Швеция, Израиль, Люксембург, Аргентина, Пакистан, Республика Корея, Южная Корея, Португалия, Таиланд, Турция, Малайзия, Норвегия, Филиппины, Египет, Чили, Сингапур, КНДР, Северная Корея, Дания, Южноафриканская Республика, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Алжир, Греция, Нигерия, Украина, Иран, Казахстан, Венесуэла, Иран и Республика Корея. Он всех нас позвал в космос, астронавт Нил Армстронг. Ну и первые космонавты государств мира. СССР, ныне Российская Федерация, Юрий Алексеевич Гагарин, 12 апреля 61 года. США, Джон Гленн. Чехословакия, Владимир Ремек. Польша, Мирослав Гермашевский. ГДР, Восточной Германии, Зигмунд Ген. Болгария, Георгий Иванов. Венгрия, Берталан Фаркаш. Вьетнам, Фам Туан. Куба, Арнальдо Тамайо Мендес. Монголия, Жукдер Демидин Гурагча. Румыния, Думитру Прунарио. Франция, Жан-Лук Ретьен. Западная Германия, ФРГ, Ульф Мервольт. Индия, Ракеш Шарма. Канада, Марк Гарно. Саудовская Аравия, Султан бин Салман бин Абдель-Азиз Аль-Сауд. Нидерланды, Вобу Окелс. Мексика, Рудольфо Неривелла. Сирия, Мухаммед Ахмед Фарис. Афганистан, Абдул Ахад Момант. Япония, Тоёхиро Акияма. Великобритания, Хелен Шарман. Казахстан, доктор Аубакиров. Австрия, Франц Фибёк. Бельгия, Дирк Фримаут. Швейцария, Клод Николье. Италия, Франко Малярба. Украина, Леонид Каденюк.
Испания Педро Дуке, Словакия Иван Белла, Южноафриканская Республика Марк Шаттлворт, Китай Ян Ливей, Израиль Илон Рамон, Бразилия Маркус Понтес, Швеция Кристер Фуглесанг, Малайзия Музафар Шукор и Республика Корея, Южная Корея Йи Сойон. Ракета «Буран», орбитальный корабль. Свой первый и единственный космический полет совершил 15 ноября 1988 года. Транспортно-пилотируемый космический корабль серии «Союз». Ну что, посмотрим. Вот так вот должны располагаться космонавты. И причем располагаются именно таким образом, что руки вообще не должны дотягиваться до вот этих вот приборов. Имеется указочка, чтобы настроить приборную систему. А вот эти вот маленькие, ну, джойстики, конечно, это грубо, контролируют направление стыковки с МКС, Международной космической станции. Ну вот еще макет космического корабля или модель космического корабля «Буран». Восьмидесятые годы. Thank you.
На выходе или входе в музей имеется виденковый автомат по продаже космического питания. Ну, то есть, кто рискнет попробовать космическую еду? Ну, я бы лично не стал бы. Думаете, мы закончили? Или закончу на этом? Нет, не тут-то было. Мы сейчас с вами пойдем на аллею космонавтов, которая расположена за монументом покорителям космоса. Вот они, бюсты космонавтов. Ну, мы как раз и дойдем. И там будет еще памятник Солнечной системе, который открылся в 2008 году. Несмотря на то, что Плутон был исключен из планет Солнечной системы 2 года назад, в 2006 году. Вот они, космонавты. Юрий Алексеевич Гагарин. Валентина Терешкова. Павел Беляев. Алексей Леонов. Владимир Комаров. Аллея космонавтов, по сути, посвящен всем событиям в космической эре человечества. Справа созвездие. Слева наша планета Земля. На звездных гранитах выбиты все известные космические события. И все это ведет к памятнику покорителям космоса, скульптора Андрея Файдерша Грандиевского. Нельзя оставлять и без внимания, кто вообще подтолкнул на полеты в космос. Сергей Павлович Королёв. По сути, он был инициатором полета человека в космос. Ну и самое главное, что находится в центре аллеи космонавтов, это памятник Солнечной системе. Создан в 2008 году, несмотря на то, что 2 года назад, в 2006 году, планета Плутон исключили из данной системы. Вот как раз мы посмотрим. Вот наша главная звезда. Солнце, солнечными часами. Ну и пошли планеты. Меркурий. Венера. Наша планета Земля. Планета Марс. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун и Плутон, который с 2006 года является карликовой планетой и не входит
Солнечную систему. Музей космонавтики показал наш космос, нашу планету. Может быть, заняться астрономией. Хотя звезды и так уже изучены. Хотя мы не знаем, что находится за нашей галактикой, Млечный Путь. Музей космонавтики работает каждый день, кроме понедельника. Официальные билеты узнавайте на официальном сайте Музея космонавтики. Расположено буквально рядом с ВДНХ. Не только с выставкой достижений народного хозяйства, но и с одноименной станцией метро на Калужско-Рижской линии. Ну что, будем покорять очередные достопримечательности Москвы. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве. Куда, следите на канале. С вами был я, Сэм Зэй. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока.